Здравия желаю, уважаемые телезрители YouTube. С наступающим вас Новым годом. Вот. Сегодня, значит, провел последний в этом году опыт. Завтра уже будем праздновать. Некогда. Что у нас вышло? Сейчас покажу. В системе, видите, видоизменения. То есть мотор этот остался на 225, а это мы повезло мне, как говорится, найти помощнее их. Он маленький, но мощный, 585 ватт на генератор. То есть разница уже 2,5 раза тут. 2 с чем-то раза, да. 225 и 585, да. В 2 с лишним раза. Так, дальше. 6 лампочек, вот, не знаю, видно вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 100 ватт. Дальше. Применил реле вот этот. А, вот эти реле, которые показывал в прошлый раз. В общем, после испытаний вот эти твердотелые полетели. Два штуки. Да, применил обычные. Пока вроде держится, не знаю, надолго. То есть с реле есть проблема. Но это техническая проблема. Дальше. Значит, реле разъединяет у нас переменный ток. То есть подается, сразу мигает. Вот она отсюда питается от батарейки. Ну, она берет мало реле, там 0, 1/100 там микроампера, короче, почти ничего не берет. Так. Ну, в общем, запустил сегодня, значит, что вышло. Был большой грохот. Почему я сейчас не хочу запускать? Очень большой грохот, так как ток 1/10 секунды ток, значит, шел, 1/10 останавливался, то есть отрубался. 1/10 шел, 1/10, и так вот оно. Здесь показывало 160 вольт, вольтметр, 160 вольт выход на 6 лампочек. То есть я это все посчитал, по счетчику эти лампочки замерил, 400 ватт выдают. И опять же замерил по счетчику, вот поэтому, то есть выдает в общем 738. Ну и нарисовал схему, чтобы поняли, что получилось. И вот что у нас вышло. Со счетчика у нас пошло через реле. Вот реле на 0,1 секунды. Ну, это все рассказывал уже. Значит, моторы 225. Но он выдавал по счетчику 338 ватт. Я это думаю, что это реактивные токи. Потому что автомат вырубал часто. И когда замеряешь, значит, на обратке там 230 подходит. А после того, как выключишь, смеришь 245, 247, то есть обратные токи. А счетчик считает и активку, и реактивку, вот этот счетчик считает. Поэтому, когда вот это вот, сейчас это макет-то все, дальше будет не счетчик здесь, а АКБ и инвертор. У меня есть вот хороший инвертор на 24, на 2 АКБ. И здесь будет пару АКБ. Вот. Да, я думаю, может, даже здесь будет расход меньше, и тогда КПД повысится. Но в этот момент через счетчик считал, значит, получилось, что 338 здесь, значит, первый такт, когда включено вот так. Система включена, вот она включена. 338, и здесь на выходе 400 ватт. Это я тоже мерил при 160 вольтах, 6 лампочек дают 400 ватт. Это точно, точный замер. Значит, получилось всего 700, первый так, 338 и 400, 738. Эти 738 вот списались, то есть минус 738. Но тут же 400
поступило в ВКБ, вот сюда. Это значит, 400, 738-400 списалось, осталось минус 338. Далее, здесь у нас закрылось, вот, питания нет, то есть счетчик не считает, энергия не идет. А здесь у нас продолжается беспрерывно шел выход, то есть еще 400. И такое же напряжение не менялось. То есть еще 400. То есть получилось сюда еще 400. 400, 400, 800. А тут минус 338, видите. Первый раз 400 списал здесь. 338. Минус. И второй раз 400 сюда опять. То есть вернулось. А здесь минус 338. Значит, на выходе 62 ватта, это уже чистоганная энергия. То есть считаем КПД небольшое, значит, но тем не менее идет выше 100. Значит, считаем вот так его. 400 делим на 338 и умножаем на 100. 118% КПД. 118%. То есть 62 ватта, это можно уже пользоваться, вот 62 ватта. 62 ватта. Но я думаю, когда это уберу, здесь сейчас этим ничем, как говорится, не воспользуйся. Вот. Так как. И, в принципе, и сейчас воспользуйся, но обратно не вернешь его. Вот это обратно туда не вернешь. То есть оно все равно списало, 338 списало. Вот. Вернее. Ну да, 738 оно списало, а 800 назад вышло. Но эти 800 туда не засунешь. 738 если туда засунуть можно было. Это надо специальный счетчик. Вот. Значит, должна быть батарея здесь. Или ионисторы дорогие, значит, батарея будет. Батарея. И эта батарея будет, значит, через инвертор питать. Но опять же, тут будет... В общем, проблем еще много. С инвертором, так как я сегодня рассказывал, что это сам инвертор жрет. Надо будет что-то там делать или хороший какой-то инвертор доставать. Только КПД 98, вот такой вот. Ну, самое главное, что выход есть. И, возможно, с инвертором, когда вот это не будет считать счетчик, обратку, то с батарейки списываться не будет. Тогда здесь будет всего 225. Больше этот мотор не берет. Вот этот. Расчетный он. 225, он холодный. И тогда у нас получится уже вот так вот. 738 минус 225 всего. Есть как. То есть у нас получится 400 минус 225, то есть тогда 175 будет, скорее всего, а может и больше. Ну, в общем, максимально такая схема до 200 ватт, вот по такой схеме может дотянуть чистой, 200 ватт чистой. Но если мотор усилить, вот сейчас на 700, на 585 вот этот, а вот этот потянет 800. Если усилить до 800, то возможно будет и 400 ватт, а то и 500. В перспективе. Пока это все, как говорится, в перспективе, пока вот, к Новому году завершаем. После Нового года, что у нас есть БГТ, как говорится, показали опыты,
который дает 118% КПД пока на вот это, на 30 декабря, но который имеет, как говорится, перспективы. Еще раз вас с Новым годом. Здоровья, удачи на следующий год. Всего доброго.